самого начала. Блину у вас покатилось зря. А что мы тут делать? Здесь мы. О, блин! Ну почти получилось. Ладно, вторая попытка. Вторая, сейчас, погоди. Надо еще построить. Бревно тяжелое, да? А руками можно добавить? Ну, можете руками, да. Да. Надо подлиннее сделать. Подлиннее? Да. Хорошо. Знаете, да, чтобы до желтого мата было. Хорошо. Ух, погнали. Погнали. Интересно, я уже прохожу. Сейчас он подлиннее будет. Нет, нет. Руками до пола можно дотрагивать. Нет, нельзя. Ну, как бы нежелательно, да. Аккуратно. Вон такой, смотрите, какого. Сильно, тихо, терпи, Семен. Сильно ударился. Семен! Садись на матик, спокойно. Семен, здорово. Ты подождешь меня? Ты пока отдыхай, да. Но Роман чуть-чуть ногами по полу прошелся. Но ему первый... Сем, Ром, первые разы не переживайте. Пройдите прям, просто вам надо как тренировочный забег сделать. Смотрите, самое легкое, как тут... Блин, пройти. Это, братан, тяжелое, очень испытание. Нет, вот тут держите, вот так. Так. Ну, молодец, ловко, да. Семен перепрыгнул. А это вам это сохранялка? Это сохранялка. Вот сумчик сохранялка. Вот там одну сохранялку сделали. Давай, аккуратно. Здесь ты пока хочешь, жди Семена. Дайте вам надо до сюда. Ой, это домик. А вот сюда на пол можно? Залезть. По здесь. Да блин, здесь. Это вот. Тихо, спокойно. Сем, да, пройди, Семен. Пройди, как ты там, просто домик, пройди. Да нет. Роман. Короче, вот тут это ничего, это просто. Можно сюда наступать. Давай, иди аккуратненько. Вот это сейчас, знаешь, почему она трудная? Секундочку, погоди. Слезь, стой. Я сейчас ее укреплю вот так, чтобы она не двигалась. Вот, нормально? Вот, пока в домике ждем. Семен. Дайте, красавчик. Романыч, давай, понеслась. Семена поприветствуй, ты его дождался. Погоди, не торопись. Семеновича приветствуй, скажи привет, братан. Началась. Да, дальше. А там самое трудное будет. Давайте подойдем. Давай, Петюня. Здорово, здорово. Дошел. Смотрите, конечно. Проходите здесь. Залезть по столбу. Чего? Перелезть сюда. Спуститься по этому столбу. Вы что, согласны? Нет. Нет. Да, блин, ладно. Нормально, нормально. Там можно внутри наступать. Вставай. Залезть по столбу и перелезть на турник. А это сложно. Вот так. Вот тебе веревка помогает. Испытание. Надо залезть, давай. Ладно. Лучше по столу, как по бревну лезть. Руками хватайся, лучше по столу, как по бревну лезть, по бревну. Так, я... На сохранялку, где Семен? Сейчас Семен покажет. Иди вот сюда, вот сохранялку. Вот, смотри, мимо. Погоди, а, домик это и есть сохранялка. Подсказывай, да. Смотрите, вот мы про... Сейчас, погоди, давай, пролезай. Вот, по столбу, давай, залезай. Смотри, я говорю, по веревке. Прыгай, прыгай, залезай. Давай, ползи, 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 хватайся руками. Оп, перехватился. Дай. А? Скользко? Давай, взялся. Да я сам. Ползи в сторону, аккуратно, резинка не помеха, ползи. Сейчас. И вот по этому сумашкам задержайся, по нему спускаешься. А я легче твою. Давай, сейчас помогу. Все? Это конец? По веревке. Это конец? Руками. Вот, теперь кольца. И веревка перелетит на тот мат. Ползи, молодец. Блин, не так, а что, ты слез? Здесь можно, Семен, здесь можно слезть. Здесь можно слезть. Ползи, Роман, ползи на столба. Погоди. Спрыгивай аккуратненько. Давай, на кольца. Теперь ножки поднимай, иди на кольца, поднимай. Смотреть можно. Вот для этого надо будет перелететь. Теперь аккуратно. Слезай аккуратно. Спрыгивай, как будто ты перелетел. Вставай на нее. Да погоди, погоди. Бери веревку, опускай. Опускай, бери веревку. И расходимся, лети туда. Смотрите, самый короткий путь. Опасный. Нет, ну да, да, но нет. Иди сюда. Да, да. Семен, ой, Роман, хватайся за кольцо, перелез. Вот ты прошел, получается. Можно сюда веревки. Слезай, здесь, слезай, вставай на палку. Стой, вставай на палку. Бери за веревку. И раскачивайся, да, пошел. Все, 20 минут. Все, поехали. 20 минут еще? Да, сейчас посмотрю. А давайте теперь...
Вот, у вас полоса препятствий уже. Да можешь там полазить? Да, Семен, еще 20 минут. Сейчас 36 минут. А я пока прыгал. Погодите, Павел, сейчас мы давай силовую часть, и полосу препятствий. Можно, пожалуйста, вас? Сейчас на силовую часть. Я вас попрошу опять. А, давайте силовую часть стоите на руках сделаем. Пойдемте, чуть-чуть, пойдемте. А можно только на голове? Можно на голове. Пойдемте, столько на голове сделаем. Я просто хочу. Ром, пойдемте. Да, вставай, Семен. Вставай, как Семен. Стоечка на руках и на голове. Сейчас еще раз объясняю, парни. Ром, Семен, посмотри. Можно в шестой раз сказать, хотя бы попробовать. Не-не-не. Ром, опасно. Смотрите, ждите, пожалуйста, опасно. Так не делаю. Без моего, я еще раз прошу, без моего указания лучше не дергаться. Можно удариться спиной, головой, ухом, носом, глазом. Вот носом я ударился, лучше накорябаться. Смотрите, вы треугольник все знаете? Треугольник. Вот здесь, в углу, у нас будет голова. Вот здесь руки. Смотрите, рисуем треугольник. Рука, рука, голова. Голова не здесь, а вот здесь. Я глазами должен свои руки видеть. Глазами. Вот смотрите, встали, уперлись на руки, на голову, подогнули ножки и подняли. Вот так, Семен. Руки не вот здесь, а перед глазами должны быть. Но в стороне. Да, молодец, уперся. Ром, нет, голову ближе к стене, руки правильно. А? Давай, руками держи, Семен, зря руку убрал. Руки перед глазами должны быть. Я сделал. Роман, стоп, руки перед глазами, да. Голову ставь. Молодец, Семен, ручки здесь, да. Все, упор на голову, на макушке. И поднимай ноги смело прям. Нет, не сгибай тело, спинку прямо выравнивай, как вы сегодня тренировались. Ноги поднимай, отталкивайся. Все, фиксация, шею напряги, держать. Держать, ноги напряги. Семен, держу, руками впрись, братан. Я тебя держу, ножки выпрямляй. Башка болит. Тихо. Руками впрись, прям руками, сильно-сильно. Парни, надо не на голову упор, а на руки. Я 40 секунд где-то. Надо еще держать. Но сейчас я хочу, чтобы вы стойку на руках сделали, без головы. Смотрите внимательно. Семен, Роман. Я не смогу, я прям... А куда деваться? Встаете на ручки, можно стойки взять, можно просто руках, можно кулака прикреплять. Вот эти вот стоечки, вот они, смотрите внимательно. Руками уперлись, ножку подняли, встали, все, стоим. Монолит, монолит, но не как монолит из сталкера, а монолит как скала. А можно я упор с головой сделаю? С головой? Ну попробуйте. У меня не получится по-любому. Почему ты так сам себя не веришь? Ну, смотри, Роман, я же могу. Роман, конечно. Смотри. Давай. Шею напрягай, Семен. Напрягай шею прям. Все, спину напряг. Ну, чуть-чуть криво. Да, я тебя подержу, выпрями ручки. Вот. Не бойся, не бойся. Руки перед глазами поставь. Вот сюда руку поставь. А вот эту вот сюда. Все, упрись, упрись в руки, упрись. Роман, давай. Сейчас я выровню твои ручки. Упирайся. Животик, носочки. Молодец, Ром, давай. Семен, сам стоишь? Все, стой, Романчик, на изготовку. Упирайся. Я не могу больше, а? Все, опускай ножки сам, опускай ножки. Давай, упирайся головой, руки перед глазами, как я показываю. Нет, слишком далеко, зачем вот туда, пугу. Прям мощно руки упри. Давай, ногу. Давай. Поднимайся на шею, держись крепко. Держись крепко, ножки одну ногой, держись. Спину напряги. Руки перед глазами. Держись, носочки натяни, не бойся, натяни. Держи, руки перед глазами. Вот сюда ручку поставь, а другую вот сюда. Все, держи, руки, упор. Держать. Не могу, не могу. Все, аккуратно. Это домашнее задание. А можно пробегу еще раз, когда дядя... Хорош, успокойся. Давай лучше на руках поборемся. Да. Давай поборемся. А давай полоса? Поборемся, пойдем. В полосу сейчас пройдете. Давайте, я сюда сейчас залезу. Можно? Ты сейчас с нами тоже поборешься. Пойдем. Семен, иди сюда. В пятницу поделиться руку. Иди сюда. Я буду в пятницу. А я буду каждый день ходить. Если получится. В воскресенье. Кроме воскресенья. Давай, вставай сюда. Руками бороться будем. Ой. Ой. Готов? Готов? Потом ты со мной, да, будешь бороться? А давай. Тебе надо сидеть. Сделать так, чтобы ты вот так меня знаешь, да? Нормалек? Немножко не больно? Раз, два, три. Поехали. Ах, какой мощный. Ну, подойдет.
мощный, смотри, ё-моё, практически положил. Сейчас я терплю, терплю, терплю. Дай мне силы, матушка земли, дай мне мощи сильной. О, чувствую, мощь идет, чувствую, терплю. На мощь, Семён, силач какой, тебе потеши нос, нос чешется, чеши, чеши, я тебя не буду бороть пока. Дай, батюшка, солнышко, ну-ка дай мне силы. Оп, сила попёрла. Так, терпи, давай, терпи, мы еще. Ага, ты тоже попросил силу у матушки земли? Какой, смотри, силач, давай, со всей силы, а теперь всем весом прям наклоняйся. Ра-а-а, красавчик, дай мне силы. Правый или левый, как будем бороться? Я правый. Правый? Я тоже на правый, так удобно. А потом можно на левый попробовать. Давай, но раз, два, левый, три, бори. Так, молодец, давай, давай. Видишь, он сразу всем телом начал. Вот этой ручкой держишь, молодец. Так, погоди, погоди, погоди. Ветер, братишка, ветер. Ну-ка, ага, ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь, стоит туч. А, силу дает. Что-то Роман тоже там просит у кого-то. Эх, тик, локоть не отрывать. Да, это интересно. Да? Я пока глазу прикрываю. Давай, давай, Романыч, давай, давай, давай. Луна, сестричка, что там она? Тихо, тихо. О, какой ты, нифига, ты быстрее, да, попросил? Молодец. Все, парень, на полосу препятствий, силачи. Все, давайте без, только без резкости, лады? Чего же я опять прохожу? Ну, вы вдвоем сможете, вы вдвоем сможете. Что вы? Какая? Я же сюда ставлю. Я ее перенес чуть подальше, потому что, чтобы удобно было. Но ты там это можешь на руках пройти, либо ногой чуть-чуть коснуться можно, да. Нет, касание, касание только три. У вас, получается, будет три сохранялки. Стул, покрышка и желтый стол. А сами сказали сохранялки. Три сохранялки. А зачем? Сохранялки. Сохранялки, да. Когда со столба слезете, чтобы с духом собраться, как бы вы слезли, сдохнули. У меня первая восстановлялка готова. Сохранялка, восстановлялка? Давай, сохраняйся, восстанавливайся. Давай, посмотри это, мам. Сохранялка! Сохранялочка тоже дошел, да, до нее? Молодец. Да. Аккуратнее. Мне еще сохранялка после синего прыжка. Да, на той покрышке. Если касается, пусть, ничего страшного. Ногами нельзя касаться. Это пробы. А ты просто руками можешь поползать и все. Ну, можно и руками. Давай, давай, быстрее, Роман. Валя, вылезай колесо. Так, опа. Спау, да блин. Тихо, спокойно. А что, Семён, ты же дошел до покрышки. Я не дошел. А давай та покрышка тоже сохранял. Нет, нет, вот это. Да, ты выходи с кисачка. Вот, сохранялка, я тебя тут жду. Дом сохранялся. Жди, ты не жди, ты проходи дальше. Да нет, просто подождёшь. Да? Что мне держать? Мне кажется, лучше пусть он ты дальше пройдет. Все, все, лучше. Мне кажется, я хочу без рук, без ног. Молодец, все правильно. Только знаешь до этого как? Погоди, я тебе сейчас выставлю. Он опять отъехал чуть-чуть. Да, отъехал. Сейчас, погоди. Руку, отойди, пожалуйста, сейчас. Отойди, отойди, отойди. Тихо, ой, прости. Прости. Вот, вот так она пободрее будет. Да? Роман! Романыч, ну, пусть он чуть-чуть вперед, чтобы не толпились. Так, а я сделаю полегче. Аккуратнее только. У меня не получается. Что? Он тебя подождал, но чуть-чуть впереди. Аккуратно, железку не отпускай. Ладно. Вот это не отпускай, чтобы она железо не ударила. Только надо было, Роман, лезть на стол. У меня не получилось. Вот. Так. Тут можно взять... Да, я упала. Семён, успокойся, успокойся. За всю игру можно делать только одну хитрость. Какую? Ну, например, вот тут или вот тут. А, концерт он вот тут перепрыгнуть или там не перелезать, а просто прыгнуть. Понял, понял, какая хитрость, да. Одну за игру. Опа. Аккуратно.
Молодец. Чего быстрее еще раз проходи. У нас ребята... Я победила! Молодец. Вот, смотри, как он делает. Семенович вообще полез туда. Семен, прям на тряпку залезай, на этот залезай, на штанину. Ой. Все, братан, это очень тяжело. Я еще... Смотри, смотри, что он творит. Пододвинь и пошел. Пошел, красавчик, потихонечку, молодец. Смотри, что он делает, смотри, Семенович. Давай, Роман, тебе надо такой же подвиг сделать. А знаешь, как я залез? Как, по столбу? Нет, я чуть-чуть подкинул, но я веревка не помогала. А, ну бывает. Кто тебе помогал? Веревка, это одна нога. Тогда сюда прыгнуть. Дальше перелезай, да. Ой, я еще сделаю интересный тоже путь. А он же тебе не нужен, поверь. Ты без него можешь сделать подтягивание, и даже, мат. Типа прыгал. Если что-то не получается пройти, то приходит к началу. Три! Раз! Пошел! Два! Три! Вот! Я держись! Ножками тянись! Сейчас на сохранялку. Помоги мне. Давай еще, Роман. Все, Роман, начинай. Я все вновь. Надо, парни, выше ноги поднимать. Я вот тут, да? Давай, Ром, выше ноги поднимай. Толкайся. Выше ноги. Раскачка. А что вы забыли раскачаться? Назад, вперед. Ну-ка, Семен. Вот на этих клетках. Давай. О, пошел. Ой-ой-ой. Еще. Мах ногами. Как на турнике. Во-во-во. Аккуратно. Отскакивай, аккуратно. Я тут хитро сделал. Молодец. Хитрый, да? Да, хорош. Успокойся. Да. Все нормально. Я пока прыгал, придется. Давай, прыгай. Когда будет тут. Че, чуть-чуть соловушки? Нет. Да? Нет. Потягушки? Бицушка, чтобы приросла бицушка? Нет. Все ловушка для бицушки. Как? Ты куда, Роман? Он там попрыгать решил. Ну пусть прыгает. Типа, надо прыгать и допрыгивать до матов других. Очень интересно. Он прыгать хочет и до матов. На бетон не стели, Роман, дома. Ну можно складывать полосу. Складывать полосу? Да. Но вы будете проходить еще? Не знаю. Если проходить не будете, бревна надо убирать. Еще даже 10 минут у вас. О, блин. Можете, если, а что, 10 минут, давай подтянемся, все ловушки сделаем. Нет, только 10. Сейчас время 20 часов 50 минут. Блин. Еще час у нас есть? Какой час? Нет, до 9 же тренировка, не до 10. В 10 часов спокойной ночи надо спать, смотреть спокойной ночи малыши спать ложиться. Я в 11 ложусь. В 11? Блин, это поздно, парни. 11 вообще. Час и 30 минут лег. Серьезно? Да. На Новый год? Вы Новый год встречаете или спать ложитесь? Мы Новый год встречаем. Я просто полусонный домой пришел. Это у Артема этого носкового. А покажите, что в шкафу лежит? Покажу в субботу или в пятницу, когда ты придешь, когда Денис Владимирович. Гарам, тихо, на диване, это у нас диван для кого, помнишь? Для старичков, для родителей, для женщин, для инвалидов. Для детей? Нет, для детей надо на ножках стоять. Ну, когда можно перекус какой-нибудь, копак, кушать, посидеть на диванчике. Артем, Семен, давайте, пожалуйста... Привет! Оп-оп-оп, давайте, здрасте. Пожалуйста, бревна относите. Роман, ой, Артем, ё-моё, Роман. Соня, пройдёшь? Да, можно я подожду. Просто Семен про Артема вспомнил. Да. Я говорю, Роман, Артем, бери бревно. Нет, стоечки, Ром, стоечки. Сюда, бревна туда. Хотя вот давай тяжелую бревну отнеси. Давай, стой, давай. Помоги бревну отнеси. Я уж ему, Семену, говорю, Семен, я ну давай. Я помогу.
Я ему уже говорю, Семен, давай договоримся, как будто у тебя в открытии от всех тренировки будут до 10 минут 10. Чтоб ты не волновался, прям он все-таки признался, да, Семен, что он за тебя переживал, все. Я за меня напряжу, он давно уже сказал, что он боится, что его забудут. Ну, нет, да, он переживает за тебя, что я ты... Я не плачу, да. Подожди, что надо забирать, он просто я сам. Но он не переживает, что я вам домой прихожу, он я на самом деле переживаю, что она меня не заберет. Да? Я не волнуюсь, как там случится, что со мной произойти. Но что-то случится, ты про него забудешь, а его не заберешь. Да, да, вот так и заберешь. Да, такой был, что ли? Я его тоже спрашиваю, я батю спрашиваю. Сиди куда палец, Семен? Ну, братан, не надо, помоги лучше Роман на дрожжу. Все, давай убирайся. Сиди вот туда, палец пришла. Я спрашиваю, что за бумаги, где ты там. Ну, знаешь, какая сюда началась, как в школу пошла, чтобы идти? Может быть, там в школе кто-то... Семен, там кто-то прикалывается, что ли? Нет. Хулиганит? Нет? Точно? Ты просто так, когда в школу пошел, ты начал волноваться, что тебя забудут. Раньше такого не было. Ты раньше был младше, не волновался. А сейчас ты на целый год уже учебный старше стал практически, переживаешь. Там кого-то, ты бы, может, что-то рассказывал в школе, что их забывали? Нет? Ну, тогда вообще не волнуйся, не переживай. Так, парень, стоечки, тихо, Семыч, опасно. Ну-ка, показывай, Соня, давай, что ты молишь. Давай, вниз головой. Это тоже стойка на руках, Роман, потом твоя очередь. Да, блин, не хочу. Да надо? Стойка на руках, держи, ноги вместе, держи, носочки не тяни. Стойки на руках, дайте. Здесь, на руках, дайте давай, мне веселое колесо. Попробуй здесь. Так, смотри, так я могу. Зависай. И зависай вниз, ноги поднимай наверх, ноги наверх, голову вниз. Давай, 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 давай. Помощь, вперёд! Я же помогу, Роман. Поднимай руками, держись. Давай, давай. Верёвку помощь, молодец. А что-то задали уже, ага. Сейчас, Роман, погоди. Вот туда же зависай, спать. зависай. Ноги поднимай, ноги тяни, зубы закрой. Опа! Ноги тяни, руками держись, выше. Все, виси. Голову вниз, строго вниз. Держи. Ногами упрись в веревки, вот так упрись. Вот, все, держи. Держи, не па! Ладно, парни, одеваемся. Ну, батю ждем, вернее. Семеныч, все, одеваешься? Да, до пятна. Можно веселый колесико? Колесико, сейчас, да. Ролик, да? Да, веселый ролик. Ролик-болик. Для пятна. До пятницы все, лады. Ты в субботу уезжаешь куда-то? Нет. А что в субботу на тренировку? Потому что теперь встаю, а мама думает, что я устаю. Так никто же не заставляет тебе все 4 часа быть. Просто в субботу, что ребят новые там приходят, интереснее. А, у него еще в субботу очередь там ходит в музыкальную школу. А куда ходишь? Какой университет? Там мы учимся 5 до 12. Ходит так для общего развития, допустим. Как музыкальное образование, да, дополнительное? Ну, да. Ну, а что, Семен, может, на чем-то у вас дома музыкальные инструменты есть какие-нибудь? Нет? Нет. Батя, матушка не играет, никто не увлекался? А ты? Нет. Тоже нет? Просто балалайка. Что, Семен, балалайка, гитара, фортепиано. Семен, штаны. О, сейчас штаны. Штаны. Балалайка, фортепиано, штаны. Чего, сестра? Вот, видишь, как Соня ждала, она суровая, да? Ну, это... вернее, знаешь, само имя, наверное, либо Соня, либо София, такое принадлежит суровому имя, поэтому щемит. Роман, не балуйся, тебе надо с колесиком, для чего ты взял? Покажи упражнение. Как? Ну как в тот раз? Зачем? Ставишь на колесико, ноги вытягиваешь, пузом ложишься вперед за счет колесика. Колесо в руки, Роман, колесо ничего. В руки. Когда ставишь на колено, тянись вперед, ложись пузом. Ну ты штаны сначала одень, и теперь вставай обратно. Да, вот так надо 10 раз сделать. И вот я про что, Семен, я про что. Ты так ждал сестру, что там забудут, не забудут, волновался. Она пришла, говорит, быстрее давай, одевайся, как бы все. А ты хочешь быстрее показать. Нет бы по нашему плану, или там с батей договориться, сказать, ну давай, тебя буду забирать не в 21.00, а в 21.05. И ты не будешь волноваться и всякие упражнения доделаешь. Потому что половина девятого, да, до какой половины девятого? Уже 8 часов он начинает
же бегать. Бегать в туалет, смотреть Соне там. Я говорю, что, Соня смотрела? Я говорю, блин, хочу в туалет. Как? Да я понял. Я говорю, Соня смотрела? Ну да, потом нет, в туалет ходил. Тихо, тихо, что потерял? Что потерял? Ты так одел, да, круто? Одел так? Да. Я обожаю веселые колесики. Тихо, как парашют. Да, что, второй, не надо? Зачем снимаешь? Одевай. Веселый колесик! Ура! Можно веселый колесик? Погоди. Ты, Семен, хорош. Роман, ну сделай упражнение, пожалуйста. А, Ром, у тебя две стоечки принеси вот сюда к дивану, поднеси, пожалуйста. И маты, которую брал, постели тоже. Квадратик сможешь, наверное, застелить? Ложи. Ну это, братан, игрушки убирать надо, да? Младший братишка, они, кстати, в одной школе учатся, только Рома во втором классе, а Семен в первом. Видел, да, его? Он да. Все перемелькался. Бери. А, ты тоже с ним в одной школе учишься? Да, да. А, вообще, правда, красота. Давай, закидывай. Сможешь закинуть? Конечно. Давай. Я один фантом закину. Где, в школе? Когда мы в столовку. Я понял. Ну ты там, надеюсь, хоть этот, братан, не плачешь в школе? А то увидел Соню, Соня, сестренка, слеза капнула, чай, компот слеза упала. Роман, ну давай, стели. Закидывай, закидывай. Отпрыгиваешь, погоди, у нас еще вся жизнь впереди. Все, нет, молодец, но сегодня он... А ему сказали, что еще раз будешь лить, это будет твоя последняя тренировка. Блин, ё-моё, не надо плакать, Семен, ты чё? Как потом на тренинг ты братву никого не увидишь, друзей не увидишь. Ну как же ты будешь? Меня не увидишь. Как они без тебя жить будут? Все, а? Обычно. Обычно? Ну нет, дело твое, конечно. Так, шарф завяжешь, сам сестра завяжет, все хорошо. Давай, Роман, маты, маты, у тебя два матика, пожалуйста. Ром, вон тебе два матика. Все хочется, и в конце тренировки, да, всегда так, все хочется поиграть, все хочется это. Все, я надеюсь, это, ну... Решен вопрос, да? Никто тебя не бросит. Ты, настолько ты уже крутой, настолько... Ром, ты его поставь вниз, а квадратик положи наверх. Ты настолько крутой, что ты сможешь сам далеко... Ой, далеко дойти. Вы же недалеко живете? Мы вообще рядом. Вообще ты сам сможешь дойти. Вообще не гони. Все. Ну, а что, и говоришь, а сам слезу пускаешь мужскую, скупую. А если будет сестра захочет погулять, по этим времени будет за тобой дойти, ты тоже будешь так плакать. Ну, что ты? Да я не опаздываю никогда. Конечно, вообще. Он, знаешь, что сейчас переживался? Он видит, родители другие приходят пораньше. И все, лицо сразу грустное такое становится. Сразу улыбка пропадает куда-то. Да? Не-не, Ром, лишнее. Колесом сделай. Ром, лишнее, брат. Лишнее, Рома, лишнее, пожалуйста. Сделай колесико, пожалуйста, которое продлить показал. Какое? Вот это, который наклон с коленочек, наклон вперед, вставай. С колесом сделай. У тебя пресс будет мощный, ну сделай хотя бы 5 раз. Давай. А, когда, вот этим на ролик. Да, 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 которым вот ролик бей. Ролик. Счастливый. Счастливый ролик. Качай, да. Ролик. Качай, нет, не так, надо колен встать на пол. Че, братан, опять? Опять, да? Нет, хотя к нам ребята сюда приходят и по 13 лет они одеваться не умеют. Вот так вот бывает. А? Ничего не забыл, Семен? Ничего не забыл, как ты думаешь? Семен? Что значит забыл? Ничего не забыл, что забыл, что забыл, вспоминай. Ничего не забыл? Нормально? А ты не пощупай, пощупай. Нормально? Только проверь еще раз. Тихо, тихо, тихо. Знаешь, он туда смотрит, да? Понимаешь, что... Ну-ка. Все нормально? Да. Сейчас получше. Погоди, 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 стой. Смотрит туда. Если там нет, значит здесь есть. А если в рюкзаке нет, ты там. Ничего не забыл? Догадался. Что? С таким взглядом. Думаю, я это что, заберу бутылку, что ли? Здрасте, здрасте. Роман, ну что, все, ты готов батю показать упражнение? Давай бегом быстрее, бегом он пришел. Ну-ка давай, покажи. Какой? Ну, который мы сейчас делали, который учили. Мы сегодня много... Не-не-не, Ром, мы не балуем хорошо. Ну, с коленочек хотя бы, на ролике упражнение. Давай, пятюми. Все, Роман, рукой махай. До свидания. Все, сумка, всего доброго. Ром, ну не балуйся.
Не балуйся, не балуйся. Коленочки на пол. Рома, коленочки на пол. Давай, коленочки, пошел. Привет, друзья. Давай. Раскатился, поднялся. 10 раз. Молодец. Все, собираемся. Роман, все, ложи на место, я все уберу. Че, Евгений? Заполнил? Нет, я только с работы. Я понял. Так, определились, как заниматься, что нравится, наверное, не нравится. Мы будем ходить понедельник, точнее, вторник, среду и четверг. Почему? Иди с собой тетрадку. Ну и батя, видни, у тебя расписание какое, чтобы он там записывал. У нас все, секция, во-первых, по английскому языку. Дополнительно? Да. Вот поэтому у нас как раз такие дни пересекаются. Ну как бы не суть, у них и заказы там, и движуха такая вся, вот, и по совместительству еще вот он и главный тренер. Поэтому мне дают задачи, чтобы я, например, мог подготовить таких, как ты, и возраста, или старшие, или младшие ребят, какому-то, например, раз в неделю, или там 3 раза в месяц, 4 раза в месяц проверку. Ну, поверь, с ними забалуешь, приходит, проверяет, справку обязательно, сделать справку, и думай, как вот вообще-то собирать, ну, как. Ну, вот нам пока, я думаю, это, мы посовещали, там 3 раза в неделю платят. Это за глаза, вот сейчас, он же не собирается какие-то реформы ставить. Про льготные категории рассказывал, если есть справка, льготные. Все льготные категории, которые есть, в зависимости от ИНС, если на 1000 рублей на 5 занятий, 2 дополнительных, на 2000 рублей на 11 занятий, 4 дополнительных, на 3000 рублей на 18 занятий, это 6 дополнительных занятий. Льготные категории, все, которые на федерации есть. И сейчас категория вот, ветеранов есть. Ну все вообще, все, что есть, все. Многодетные, не, там, социально незащищенные, все. И категории даже ближайших родственников. То есть если ребята, и слава богу, да, я считаю, что категория это хорошо, ну, допустим, есть у кого там родители, бабушки, дедушки, ветераны труда. То есть от нас нам надо, вернее, просто копию вот этого документа любого. И все. И мы дадим дополнительные информации. Роман, наши... отчись там, пожалуйста. А это все родители за тебя. Вот такой родители за тебя все решат. Ты вообще не переживай, не перемори. Сам главное показывай результат хороший и стремление к учебе. Вот шнурки не завязал, Рома. Стоп. Ты сейчас идешь по коридору. А, ну хотя бы заправь шнурки, не дай бог, столкнешься, Роман. Нет? Ром. Ну так хорошо тренировку провел, такой ты послушный парень был. Ну тебе трудно наклониться за правильной ручкой. И я спокойнее буду, и батя спокойнее. Заправь. Так штанину, а в ботинок ты знаешь, как заправлять? Шагни сюда назад, пожалуйста. Шагни назад. Ну сюда шагни, сюда шагни. Я сейчас покажу, как можно быстро все сделать. Пойдите в сторону. Смотри. Молодец, только. Не-не-не-не-не. Погоди. Взял. Вот так вот. Подтянулась и завязывать не хочешь. Ты вот так взял и заправляй, куда ты хотел. Да, вот так два возьми, клеточки, заправляй, что-то, сам заправляй. Туда, да. И также другой, потому что разболтанные, когда шнурки развязаны, ты можешь просто запутаться и а на этом завязан. Почему-то завяжи это, давай. Завязан. А на том завязан. Не хочешь? Ну на том-то завязан у тебя. Ты не умеешь бать? Серьезно, что ли? Стоять. Вот так у нас, я вот сегодня ребятам, ну, вернее, да, рассказывал ребятам, что не садись. Смотри внимание. Смотри, не садись, встань. С колена поднимись, стираешь. Ты же умел. Смотри, да, он разобрал. Смотри.
бантик раз. Вернее, там разные виды есть завязывать, просто такой простой. Еще проще есть, но потом тяжело развязывать. Все, давай пятюню. Распала. Ребята, 13 лет приходят, одеваться не умеют, представляешь?